подожду, пока настанут имена, когда вырву кусок мяса, и это криминал. Имена Перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя Хитмэньяк. Приветствую вас, ребята, Хитмэньяк у аппарата. И сегодня я вам расскажу, как правильно установить игру и модификации команды «Покоряй генералы», чтобы было правильное разрешение и правильный зум, то есть чтобы техника была не на пол экрана. Ладно, меньше слов, поехали. Установить модификацию «Перезарядка», она у меня уже замонтирована, отлично. То есть ссылки на все моды, проги и съемные. Создать иконку на обычном столе по желанию. Запускаем. Вас приветствует мастер установки «Перезарядка». Погнали. Так, завершить, запустить игру. Итак, вылезла ошибка. Или просто даже она все вылетела. Игра не запускается. Почему? Потому что в документах должен быть файл options, то есть где разрешение и прочего буда. Вот. Он должен создаться при запуске игры, но не создается. Что в таких случаях делать? Я советую вам скачать, допустим, как я делал. Где-то можно антологию, можно репак какой-нибудь, допустим, от механиков. Я вот скачивал. У вас приветствует мастер установки. Далее. Выбираем. Значит... все то же самое, ставим ту же папку. Games. Вот. После установки тут получается генералы. Типа как первая часть оригинал. И дополнение, модификация, час расплаты. Zero Hour. И после этого, как становится эти две части, появится в документах файл options, что и позволит запустить файл, соответственно, игру «Перезарядка». Можно также скачать просто этот файл options, но я пробовал, у меня почему-то не получилось таким методом запустить. Так, установка наконец-то завершена. Отлично. Так, ну и что, пробуем. Не знаю, первым делом запущу сначала генералы, потом час расплата, а уже потом перезарядку. То есть, соответственно, видим, игра запустилась. Да-да-да, скрытая реклама. Разрешение, конечно, убогое. Это все подправим. Так, я пока выставлю так. Хотя можно и даже, в принципе, и не выставлять один фиг, это потом все сбросится. Выход. То есть, соответственно, игра запустилась. Все отлично. Затем час расплаты. Zero Hour Honor. Может быть, даже я, может, неправильно читаю. Zero Hour. Тоже все запустилось. Повторяюсь, можно не выставлять. Это я так, для себя. Ну и перезарядка. Соответственно, тоже все запустилось, потому что, хотя файл options, по-моему, он один в час расплате моду, и он распространяется на все эти модификации. Я не знаю, как так, но туда же оно само уже выставилось. Строка графики. Так,
Хорошо, с запуском разобрались. Сейчас нужно разобраться с разрешением. Для этого мы заходим в документы. Вот, команды покоря генералы. И где во все, ну, во все эти папки команды покоря генералы, где есть данный файл options, мы меняем разрешение. Разрешение у нас resolution. Соответственно, это значение мы меняем на 1000, ну, разрешение вашего монитора. У меня это 1920 на 1080. Так. Закрыть, сохранить. То же самое делаем здесь. В час расплаты. 1920, мое разрешение на 1080. Вы можете выставить параметры вашего монитора. Все. Так, ну, я запущу... Да просто генералы. Я не буду каждый мод сейчас запускать, чтобы проверить разрешение. То есть, соответственно, сразу видно то, что качество улучшилось. Понятно, понятно. Все выставилось на максимальном качестве и значении. А, хотя здесь разрешение сбросилось. Его менять не нужно. Оно остается так. Все. Блять, я нажал play. Разрешение остается так. Все. Выходим. Выход из игры. Точнее, нет. Смотрим дальше. Схватка. Нажимаем играть. Сейчас будем разбираться с зумом. Чтобы не было техники на пол экрана, нужно установить специальный фикс и изменить в нем. Либо я сейчас покажу в данной игре, именно в этой оригинальной игре генералы, просто нужно установить будет фикс и один файл. Не так, как в час расплате. В общем, сейчас все увидите. Потому что фикс не будет работать. Выход из игры. Так. Значит, разбираемся с час расплаты. Так. Час расплаты. Расположение файла. Дата. Ини. Нам нужна папка ини. Для этого мы скачиваем. Так, еще, наверное, один нужно открыть. Загрузки нужно будет скачать. Game data, вот этот файл. Ссылка будет в описании. Копируем, вставляем вот сюда. И важный момент: нужно сразу же зайти, поменять разрешение на ваше же. Потому что тут разрешение, оно другое, сбросится. Чтобы было одинаково, также выставляем ваше разрешение. X, Y, resolution. Так. И затем листаем. Так, я, наверное, уже пролистал. Нет. Строка... Вот здесь должны быть такие значения. Max Camera Height. То есть Max Camera Height, Minimum Camera Height. Это максимальное и минимальное расстояние камеры. То есть верхнее значение 600. Можно выставить 500, но как бы я думаю, самое оптимальное 600. В общем, тут сами уже поэкспериментируйте. То есть, в общем, должны быть именно такие значения. Закрываем, сохраняем с нашим установленным разрешением. Это именно для модификации час расплаты. Вот, проверяем.
Все прекрасно работает, соответственно. Отлично. Так, затем, если все прекрасно, выходим. Самые капризные – это генералы обычные, назовем их так, и перезарядка. Именно, ну, эти две. Остальные модификации я все, конечно же, не проверял. Ну вот, выберем генералы. Так, индивидуальная игра, схватка, все то же самое по шаблону. А здесь не работает этот фикс зумирования. На просторах интернета я полазил и нашел решение данной проблемы. Есть два пути, но я буду использовать первым методом, а второй метод это уже будет во втором видео. Я вам сейчас покажу. Нужно также скачать фикс. Так, этот фикс, камера Zoom, я уже распаковал, все будет в архивах, так что придется распаковывать. И ссылки на все, повторюсь, будут на все в описании. Камера Zoom, будет два файла, если в прошлый раз был только Game Data, сейчас Game Data и камера Zoom. Кстати, вот этот геймдата я пробовал, почему-то, ну, не стало работать. Хотя можно сейчас провести эксперимент. Я это скопирую и камеру Zoom. Так, ну поехали дальше. Значит, что генералы? Так, перезарядка и генерал. Вот генералы обычные, заходим дата. Тут нет данной папки, поэтому мы просто копируем. Копировать, вставить. Можно вот этот файл заменить, то есть не брать тот файл, который здесь в папке. И сейчас, кстати, значение проверим сразу же. Также меняем разрешение. А тут установлен 620. Все сохраняем. Так, а в этом файле то, что вот скачано, значения, по-моему, другие будут. Ну да, тут разрешение 800 на 600, и, по-моему, 500. Да, тут 500 и минимальное что-то с такими 120. Не знаю, почему так. Ну, как бы. Ладно, не суть. Если файл не запустится, все-таки с этой папки надо будет запустить. Ладно, сейчас все проверим. И камера Zoom Big. Копируем. Я не знаю, ну, я его просто, по-моему, вот сюда запихал. Не, то есть ни в какую не из папок, просто его. Проверяем генерал, запускаем снова. Да, вот вылетает ошибка, у меня вот такая вылетала. У вас, короче, нужна серьезная ошибка, которая что-то ссылается якобы на какие-то вирусы. Хорошо. Хорошо. Значит, капризничает. Берем, все-таки, значит, копируем отсюда ини файл. Копировать. Вставляем. Вставить. Замены в папке. Просто может они именно значение для этой игры. Мы выставляем то же самое разрешение на 1080. Ладно, вот так сделаем. А сейчас
хоп, вуаля, игра запустилась. Значит, надо речь свою корректировать, значит. Соответственно, эти два файла специально для данной игры, версии игры. Значит, тот не подходит. Так, все прекрасно. Zoom работает. Ну и наконец-то проверю также перезарядку. Но так, секундочку. Так, перезарядка. Расположение файла. Дата. Тут уже и не, тут уже есть файлы, то есть где-то их вообще не было никаких файлов, мне пришлось создавать папку, где-то будут есть. Берем просто, копируем замену, копировать, вставить, заменяем. И сейчас попробую также, так, сразу же разрешение 1920. 1080 и плюс попробую изменить значение максимальной и минимальной камеры. Пробуем на 600 и на 20, как в часе расплаты. То есть получается так. Сейчас, секунду, камеру зум в корневую папку. Вот сюда вставляем. То есть сюда камера зум, папку дата, ини, файл. Game data в ини. Будет скачан, будет два архива всего. Для генералов оригинальных и для перезарядки это камера Zoom архив, который распаковывается, где два файла. Game Data и камера Zoom. И специальный Game Data архив с одним лишь файлом. Так, ну сейчас проверим. Я все так же заменил, выставил. Проверяем перезарядку. Настройка высокая, все, ничего не меняем. Кстати, наверное, советую сразу детализацию высокую ставить, потому что сейчас принять и слетит. Вот это разрешение примет. Где ночная игра? Схватка. Ну, как видите, если вам понравилась моя инструкция по настройке к игре генералом, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, скоро будет еще много инструкций для разных игр и модификаций не только. Всего хорошего. Добро пожаловать в сказку Хитмэниака! Yeah.